на приказе номер 2 Верховного Главнокомандующего всем командирам подразделений милиции в срок не более 24 часов после обнародования указа выйти на связь со ставкой Верховного Главнокомандующего в городе Севастополь. После истечения указанного срока считать всех командиров подразделений милиции СБУ, не выполнивших требования приказа номер 2, изменниками. Без дополнительного приказа отстранить от должности с целью чего младшим офицерам принять меры по их смещению, вплоть до применения оружия на поражение к лицам, оказавшим сопротивление, с целью немедленного выполнения приказа в ставке Верховного Главнокомандующего и доложить о выполнении приказа лично мне, иностранным державам, желающих сохранить дипломатические отношения с Украиной, прислать своих военно-морских атташе для связи с законным руководством страны, главный штаб ВМФ Украины, город Севастополь, для создания условий аккредитации в нем посольств иностранных государств, определить местоположение МИД Украины и Национального банка Украины вместе расположения ставки Верховного Главнокомандующего, министру иностранных дел и руководителю Центрального банка предупредить иностранные державы о недопустимости хищения финансовых резервов Украины, право распоряжения которыми есть лишь у законных властей страны, и восстановить корреспондентские отношения с международными банками и финансовыми организациями. Пытается собрать сессию Верховного Совета Крыма, чтобы определить возможность избрания Верховным Советом Крыма председателя Совета Министров. Чтобы нам, как прежде, не присылали, а вот уже господин Куницын хочет приехать. Да сейчас. Поэтому первый враг Крыма. Есть намерение самостоятельно избрать председателя правительства. Есть намерение вернуться к Конституции 92 года, где мы были Республика Крым! Со своим президентом. Вот. Для того, чтобы это произошло, надо, чтобы собрался Верховный Совет Крыма. К сожалению, депутаты от партии регионов, от Меджлиса. Я сейчас это подвал. Да, ну, Меджлиса, Рух-Курултай, да? Они осознанно, они, в принципе, у них есть своя идея. Они, в принципе, стоят на своих позициях. Мы не можем их осуждать. У них такая идея. Мы их осуждать не можем. Но вот результат депутатов от партии регионов, которые проходили сюда, говоря о том, что они с Россией, они за дружбу с Россией, а теперь прячутся, которые... Предали. Вот это предатели и крысы, которые не приходят на сессию Верховного Совета Крыма. А поэтому мы не можем... Верховный Совет Крыма не может открыть сессию Верховного Совета. Вот наша задача стоять, поддерживать Верховный Совет, потому что мы сегодня являемся, вот я не могу сказать, но мне кажется, в Европе нет более горячего места, чем Симферополь. Ну, объективно так, да? Сегодня весь мир будет смотреть от Сан-Франциско до Владивостока, что происходит в Симферополе. И вы главные действующие лица. Если мы с вами уйдем отсюда, ну грош нам цена получается. Нет, стоим! Поэтому мы должны дождаться, и сколько нас? Сутки, двое, трое, но решение о том, что Крым, Республика Крым, самостоятельно себе избирает главу правительства, должна быть, тогда все вот это сохранится, тогда мы для России чего-то стоим. Россия! Россия! Россия!